И, уважаемые зрители, я рад вас вновь приветствовать на данном канале, на нашем прохождении игры Crusader Kings 2, где мы пытаемся объединить все эти земли Британии под единым началом дома Кёрди Кинг. Ну, а сейчас мы продолжим. Начнем мы, как обычно, с насущих дел королевства. Мы завоевали, точнее, подчинили себе герцогство Нортумбрию, получили свой вассалитет всех вассалов бывшего герцога, и сейчас, благодаря полученным землям, мы можем создать два титула, а именно герцогство Стратклайд и герцогство Латиан. Учитывая наш прирост по золоту и наше влияние, мы создадим эти два титула и сразу же их раздадим. Если говоря, герцогство, которое я назвал первым, переименовалось в герцогство Галлоуэй. Ладно, переименовалось, так переименовалось. Это зависит от культуры. Так, данное же герцогство мы отдаем вот тебе. Так как пока больше претендентов нету, я его не хочу содержать при себе. А второе герцогство мы дадим кому-нибудь из вас. Так, у тебя лучше всего дипломатия, остальное все такое себе. А у тебя уже дипломатия 17-я. Мне это нравится. Плюс она станет 18-я, как только ты выйдешь из депрессии. Так что эти я не прочь видеть в наших герцогах. Герцогство Латиан. Отныне ты будешь им править. Так, и еще у нас отвалился Лестер. Уважаемый Анейл Ноглу... Ой, какой... Эх, вы шерландцы. Анейл Нойгалах. Сначала вы завоевали Мерсию, точнее не завоевали, а при помощи династических браков подчинили себе. Теперь вы и мои земли отсоединяете. Непорядок. Мы будем их возвращать, но... Так, но. Я что-то помню. Против нас коалиция. В числе двух королей. Ну, судя по всему, это опять же номинальные короли в пределах наших земель. Не наших земель, а округи. Такие, как, например, вот этот вот, вроде как королек. Вот этот, как вроде как королек, но они являются герцогами. Помним об этом. А вот ты не вступаешь в коалицию против нас. И это твой просчет, так ведь? Мы можем либо потребовать земли под де юре, и они отойдут к нам. Почему? А потому что этот человек владеет этим титулом непосредственно, и у него есть еще один титул. А значит, он просто додаст нам эту землю. Надеюсь, я понятно объяснил. Так что, без вариантов, без вопросов, без промедлений, объявляем войну за эту землю. И сразу же поднимаем войска с округи. Пактов у тебя никаких нету. Ну, точнее, они есть, но тебя никто не поддержит. И у тебя всего армия может составлять, ну, порядка 650 бойцов. Хотя на данный момент даже меньше. 500 бойцов без одного человека. Так, подводим нашу гвардию, в которой опять нет полководцев, как всегда. Так, полководцы. Места заняты, но полководцев нет. Так, ладно, наш кузен, герцог, управляющий, его мы назначать не будем. Ты, 13 навык. Наш мэр, наш вассал, ты никем, в принципе, не являешься. Я не знаю, Жух, магия. Может, кто-то не досмотрел, но они появились. Полководцы резко решили появиться. Так, поднимаем войска наших вассалов преимущественно. Преимущественно наших вассалов. И сразу же идем окружать Лестер. Чтобы войска никуда не бежали. Так, тут мы уже поднимали, так как это земли одного из наших герцогов. Так, гвардию подводим и с четырех сторон атакуем наших противников. Да, хотя это было неразумно. Это было несколько неразумно, учитывая то, что боевой дух у наших воинов был маловат, и они не одновременно входили в эту битву. Но мы победили, а значит, этот просчет прощается. Так, воу, что это тут? Ты ведешь войну? За что ты ведешь войну? Почему ты ведешь войну? Так, ты напал на персонажа в войне, которую ведет за отзыв земельного титула. Ну, у тебя одна земля, в принципе, здесь 4 земли, так что ладно. На окончании этой войны мы настаивать не будем. И наша кузина. Интрига?
Интрига. Расчетливость? Расчетливость. Отдаем тебе в расчетливость. Так, осада идет. Врага не видно. А нет, врага видно. Я просто плохо глядел. Итак, разделяем войска и направляем их на помощь какому-то нашему вассалу. Точнее, вассалу нашего вассала. Будем точнее. Так ведь? Или вообще какая армия? А, вы вообще армия республики? Что вы там делаете? Такой у меня вопрос. Интересно. Так. Исследование? А, да, мы же построили обсерваторию. Двигаемся дальше. Деньги позволяют. Я не против двигаться дальше. Мой брат выступил с идеей ритуала. Опять ритуал, который уже... Наверное, уже ритуал 15-й. Я не считал, сколько у нас от начала уже произошло этих ритуалов. Так, изучение звездного неба я не хочу пока что. И давайте еще... обо всем сразу. Вдруг свезет. Так. Не так, чтобы свезло, но минусов мы не получили. А получили даже одну интрижку. Что, в принципе, неплохо. Так, ловим этих 1,5. Поймаем же. 150. И разобьем. Нормально. Кстати, может поднять наши войска и направиться во вторую провинцию. Как-никак там селение, осада его будет очень быстро. И мы ее даже возьмем, возможно, штурмом, эту провинцию. Так, даже это много, наверное, будет человек, но... Ладно, пускай идут. Много не мало, как говорится. Мы все равно в плюсе. Наш бюджет нам позволяет. Так. Ты кто? Ты придворная. Левая. Не наша династия и... Династия Уэссекс. Бастард. Так. Потом мы нападем, возможно, на тебя. Ты, конечно, состоишь против нас в коалиции, но я думаю, наших сил должно хватить. А что это у тебя такое ополчение от вотчины высокое? Что-то у тебя? Казармы? Конюшни? Ополчение? Ну и в принципе... Я не знаю, может у тебя военка высокая? Ну, 13-й, такое себе. Так, жена беременна, сомнения гложет. Интересно. Так. Обычно, если такое, то кто-то выбрал путь соблазнения. Ну ладно. Сомнения гложет. Ты управляющий. Ты в веру ударился. Ты в управление тоже ударился. Ты в охоту. Ты опять в управление. Ну, ладно. Герцоги, возможно, к этому не причастны. Граф может быть причастны. Но. Даже если граф причастен, это слишком долго будет смотреть. Так. После завтрака брат недоволен нами. Ну и ладно. Происходит что-то странное, хочу знать что. Минус 25 отношений, но 30 престижа. Берем. Почему нет? Берем, так, увеличиваем время. Ну, наймем шпионов, 5 монеток. 5 монеточек. Так, ничего не обнаружили. Наймем еще шпионов, 20 монеточек. С нашим приростом это допустимо. С нашим приростом это позволительно, хотя... Да, хотя мы ничего не обнаружили. Что, в принципе, я и ожидал. Так как если происходит такое соблазнение, то обычно кто-то из... верных вассалов-герцогов совращает жену короля. Так, ну да, войска даже могли не приходить, а вы... А, это не наш вассал. Нет, не наша территория. И наши войска дохнут. А это нехорошо, так. Опять Некрономикон. Уже третий раз он будет в наших руках. Так, вписываем мир с тобой. Получаем эту земельку в свои распоряжения. И... Так, вам сообщили, что... ересь проникла... Йоркские земли? Что? Еретики? И здесь еретики? Капеллан, для вас есть работа. Обращайте провинции. Так, у нас превышение лимитов, и мы эту земельку кому-нибудь отдадим. Так, вот это? Вот это. Лестер. Так, здесь замков нет? Здесь замков нету. А при дворе есть кто-нибудь у нас низкого происхождения, желательно, желающий получить... Эдвард, не хочешь стать графом? Ты не хочешь получить графство Лестера? По-моему, ты хочешь его получить. Мы тебе его пожалуем и нашему кузену, передадим тебя управление. Подчинение, точнее. Так. Так, это же ты?
Ну, по статистике это же ты. Эдвард? Эдвард. Ты? Ты. Отлично. И сразу же передаем. Отлично, прекрасно. И у нас дочь. Возможно, не наша. Возможно, наша. Но мы этого никогда не узнаем. И она ничего не унаследовала. Она не привлекательная, она не гениальная. Что плохо. Плохо. Я бы хотел, чтобы она такой являлась. Так что. Так, наш канцлер, претензия не сфабрикована? Претензия не сфабрикована. Лучшие кандидатуры есть? Лучших кандидатур нет. Но пока мы тебя менять не будем на этого человечка, которого мы назначили, которого мы пожаловали графство, герцогство, прошу прощения, заговариваюсь, которому пожаловали герцогство. Так что пускай все будет, как будет. Денежки капают. Экономика, разумеется, берем. Так, госпиталь тут могу улучшить? Не могу улучшить. А что могу я тут построить? Крепостные укрепления, конюшни, цитадель. Цитадель денег нету. Ну, крепостные укрепления построим, чтобы потом еще что-нибудь допостроить, если нам что-то откроется. Если не откроется, будем строить то, что у нас есть. Так? Так. А потом уже будем застраивать вот эти вот два места земли, которые подходят для основания поселения. Так, можем посмотреть, кто действительно у нас в коалиции стоит против нас, все такое. Прямо на лица. Хотя вот так можно, наверное, посмотреть. Так, ты же в коалиции? Так, стоит. Ты же в коалиции. И объявляем войну, допустим, вот за эту землю и против нас. Раз, два, три. Ну, то есть все вот эти три герцога, которые принадлежат уэльским землям. И, как я понимаю, графы, которые также принадлежат все к уэльским землям. А нет, не все. Один принадлежит к ирландским землям. Но это нас, скорее всего, не остановит. У нас 10 тысяч. Нам бояться откровенно нечего. На Туманном Альбионе сил сопоставимой нам нету. Даже шотландцы, второе по силе королевства, имеют всего лишь две. Хотя у него есть вассалы, которые, кстати говоря, не очень его любят. Один вообще сидит в тюрьме. Так что, чего ждать? Объявляем сразу войну. Объявляем. Почему? А зачем нам ее объявлять? С другой стороны. Если ты сам хочешь стать нашим вассалом. Удивительно. Мы же завоевывали тебя. Мы же завоевывали тебя при отце нашем, да? Мы тебя завоевывали. Даже при деде. При деде. Отец же у нас не правил. При деде. При короле Бёрне. И королю Бёрну у тебя остались плохие отношения, а к нам же хорошие. Отлично, отлично, но... Но. А, кстати, мы еще что-то получим, да? Мы получим еще вот эту земельку, так что я не против. Вассал? Вассал, молодец. Мы тебе, правда, отзовем этот титул, хотя ты этого пока не знаешь. Мы тебе отзовем этот титул, оставим тебя там, чтобы ты вдруг не решил реализовать свои претензии, как-нибудь узурпировать Мерсию. Я не знаю, у тебя бы это получилось, но у тебя бы это получилось, я верю в это. Так, наш антипапа сменился. Новый антипапа такой себе, а какой-то епископ, колоссожатель, 20-я образованность. Ладно, сойдет. Неплохо. Врач есть у нас? Врача у нас нету. Так что выбор невелик. Ставим врачом этого нового нашего капеллана. Сегодня прибыл страдающий поэт, именующийся бардом. Дрянь человек, небось. Если он что-то сделает не так, я переломаю ему все кости. Он может оставаться, сколько ему понравится. Да пускай остается, пускай поет песни и все прочее. Так, я уверен, что Эрл Флайбертах представил барду двору и сказал ему, насколько я ценю это. Наконец-то при дворе появился кто-то, кому медведь на ухо не наступил. Короче говоря, гулянье. Организовывается гулянья. Так. Не будем ограничиваться только Миддлсексом. Мы будем также застраивать еще другие наши земли. Так, построим конюшни. Поднакопим еще на одни конюшни и построим еще одни конюшни. Только уже в другой провинции. Так. Опять что-то плохо, что-то не получается. Лучше в стрессе получить. Да, лучше в стрессе. И тут же от него не избавиться. За ингредиентами мы не можем. У нас нет ученика. Ну, мы можем назначить ученика. Назначим, кого мы можем назначить учеником. Давайте в ученики возьмем нашего родственника. Не знаю почему, просто он родственник. Он будет хорошим учеником, я верю в него. Так, и мы отправляемся за травами.
Отправляемся в горы, за животными или на рынок? Пойдем в горы, подышим воздухом. Подышим воздухом. Опять беременна, опять сомнения. Ну, давайте рискнем. В 20-ку же мы уже выкладывать не будем, если что. Так у нее спросим, у нашей женушки. Нам ничего не сказала. Так что мы опять же ничего не узнаем, даже если это не наш ребенок. Даже если не, это не наш ребенок. Так, три ингредиента. Личные, и сразу же варим зелицы. Нет, не прорицаем, а варим зелицы. Так, корень имбиря, валерьяна или два ингредиента. Давайте валерьяну. Валерьянка, спокойствие, успокоительное. И лишаемся черты в стрессе. Так, замечательно. Замечательно. Так, книга, опять же, это не экономикон. Либо 20 культуры, либо 200 и черта сумасшедшие. Придачу. С 30% шансом. Хопана. Сумасшедшие. Но это не сильно влияет. Да, отношение вассала всего лишь минус 5. Всего лишь минус 5. А Франция, точнее Священная Римская империя, которая имеет герб Франции, ей правят немцы. И у нее куча земель. Наконец-то перестала быть раздираема войнами. Перестала, у нее сменилась династия, но целостность территории она не потеряла. А я бы хотел, чтобы она потеряла. Да, ребенок был определенно от нас. Потому что гениев вроде у нас при дворе нету. Или это получилось так, с маленьким шансом. Но я предпочел видеть гения наследника мужского пола. Хотя, можем опять же понять немного законы наследования. Принять агнатические или агнатические, но нам придется избавляться от старшей сестры. А я этого делать не хочу. Почему? Потому что муторно. Потому что получим убийца родственников. Если мы будем убивать как-нибудь по-другому, типа в тюрьму и коснить. Или же в тюрьму и ждать, пока сама тюрьму не переживет. А напрямую через заговор мы даже это сделать не можем. Так, ты кто? Ты отсюда? Кто наследник? Так, наследник, наследник, имеющий претензии ко всему этому. Да, какое там... У вас какая система наследования? Синьорат. Что вы так все угораете по этому синьорату, я не могу. Мы можем тебя, конечно... Мы тебя отправим. Сатанисты нам при дворе не нужны. Сатанистов нам не надо. Сатанистов нам не надо. Так, культура, образованность, отлично. Викингов прогнали. И распускаем войска, и распускаем войска. Можно, в принципе... Все равно ничем не занимаемся. Сделать пиктов, шотландцев, данниками. Ну а что? Конечно, у них у самих с казной все очень плохо, а у нас с казной все очень хорошо. Так что в этом смысла мало, на мой взгляд. Только если призвать войну, но опять же, у нас 11 тысяч. И это почти предел. Так, кстати говоря, по-моему, моя гвардия может пополниться. Я ее пополню. Кем? Тяжелой пехотой. Раз. И все. Так, отводим к остальной гвардии, собираем их всех в данной провинции. Так, у нас есть 100 благочестия. Замечательно. Замечательно. И некрономикон почти не прибавляет благочестия. Точнее, отнимает 2. Из-за этого прирост 0,75. Какой ужас. Какой ужас, какой кошмар. Ну ладно, просим этот титул у антипапы нашего любезного. Приходим просто и просим, выпиши нам этот титул. И наш антипапа выписывает, и мы, конечно же, с удовольствием на всех законных основаниях отзываем этот титул. Да, на всех абсолютно законных основаниях. Неважно то, что его предки правили этим титулом, а мы там ни разу не были. Это законные основания, нас поддержали. Так, ты соглашаешься, и у вас же тут нормальный раздел. Ну, равный раздел сойдет. Мы отдаем эту земельку вот тебе. Так, так, отдаем, отдаем. Замечательно. Надеюсь, тебя... А, кстати говоря, вот по бастардам. У тебя жена нормальная по возрасту. У тебя, ну, более-менее по возрасту. Ты хотя и сам уже не огонь, уже не молот. А вот у тебя все плохо. Так что я тебе немного помогу. Как могу. Заговорами. Чуть-чуть. Всем капельку помогу. Так, сирла заговора и пригласим мы, пожалуй, вот тебя. Ну, то, что у нас гениев нет, я, конечно, преувеличил, а ты... У тебя путь не выбран, так что вряд ли соблазнял. Но все может быть. Все может быть. Так, подарок. И ты автоматически пригласишься.
так. Либо мистик, либо одно образование, одно управление. Одно образование, одно управление. И также... Так, кстати говоря, вот не помню. Я не посмотрел при нашем деде, спадает этот показатель или нет, когда мы меняем путь. Ну, вот заодно и проверим. Так, выбираем в этот раз соблазнение. Соблазнение. Запускаем время, и этот показатель не пропадает. Я этому только рад. Почему бы и нет. Так. А здесь есть женщины-правители? Вот ты как раз. Ой, немощная. Наследник у тебя мужчина? Мужчина. В браке? В браке. На 51-летний. Ужас. Ужас. Здесь уже власть поменялась какого-то фига. И у тебя в наследниках стоит вот этот человечек. Ага, но у него рак. У него рак, так что он, скорее всего, долго не проживет. А у него наследники тоже есть. Немного бомбит. Немного не по себе от такого. Так, племянник. Ну, иди в веру. Почему нет? Иди в веру. Так, наша сестра является... Королева Австразии. Неплохо. Неплохо, сестренка. Неплохо. Так, наш соперник. А, кстати, у него братьях пикский король. Да, судьба такая. Судьба такая. Так, казармы. Раз. В Эссексе конюшни. Конюшни я хотел построить. В Бетфорде. Конюшни. Конюшни мы тут не можем построить. А... Но в Нордгемптоне, ой, названия-то какие. Так, опять же конюшни. Нет, или город при замке лучше. Больше золота всегда хорошо. Так, караван, принимаем. Покушение на дочь. Ну, как мы уже, как я уже убедился, заговорщик, конечно. А почему? А почему мне интересно это знать? Хотя не очень интересно, ладно. Так, евнух, управляющий. Нормально, сойдет. Сойдет. Так, кузен. От дяди. Ну, тоже нормально. Тоже нормально. Так, оборонительный союз перестает действовать. Ваш маршал предлагает испытать новые военные технологии. Соглашаемся. Соглашаемся. Да. Да. Так, вы только что... Только посмотрите, новая служанка, какие большие глаза. Интрига, вероятность раскрытия заговоров. Так, вероятность раскрытия заговоров нам нужна. А мы... Так, спальни удались, ясно. А мы пока потренируемся в чем-нибудь. Так, ты кто? Ты о чем? Вы о чем? Ладно, неважно. Не важно, мы пока потренируемся на наших придворных. Не зря же мы выбрали путь соблазнения. Потренируемся. На ком? На ком мы для начала потренируемся? Так, по селфи смотрю, не то. Потренируемся мы. Так, в принципе, можем выпустить всех из тюрьмы. Что им там сидеть? Что им там сидеть, грустить, скучать? Грустить, скучать. Угу. Грустить, скучать. Потребовать мы можем данный титул. Кстати, почему бы нам не реализовать эту претензию? Хотя мы... Стоп, мы потребуем для тебя. А почему ты на это претендуешь? Ладно, неважно, почему ты на это претендуешь. Для тебя это требовать не буду. Так, что хотел сделать? Так, двор. Двор, ты кто? Тетя, ясно. Понятно. А, непоследовательность. Моя непоследовательность губит все. Так, выпускаем всех за денежку. И выпускаем просто всех. Пускай тюрьма немного освободится. Блин, тут одни женщины. Интересно. Интересно. Ну-ка, а что у вас есть при дворе? А что у вас есть интересного при дворе? 29 лет. Нормально. Можно попробовать. Можно попробовать так сделать это, послать подарочек небольшой, чтобы еще лучше отношения были. И приступаем. Приступаем. Так, нас опять грабят. Мы опять отбиваемся.
Так, выпьем. И это произошло очень быстро. Ладно. С первой мы разобрались. Так, со второй. Со второй. Кому возьмем во втором? Вот у тебя при дворе кто-нибудь есть? У тебя при дворе... ты... и тебе 41. Ну ладно, тоже сойдет. Тоже сойдет, почему бы и нет. Отношение хорошее, но мы опять же пошлем подарочек, чтобы оно стало еще лучше. Так, гвардия наша, как обычно, расправляется со всеми викингами, просто гоняет их. Так, записка. Мы так просто не сдадимся. Так, викингов выгоняем и отводим гвардию. Далекие места. Спросим знать зодиака и снова победа. Отлично. Что нам предлагают? Нам предлагают проникнуть в лабораторию. Нет, спасибо. Нет, спасибо. В тюрьме я уже насиделся предыдущим персонажем. Так, нет. Нет. Кто у вас еще есть интересное? Нет, не интересно. Такое мне не интересно. А если есть попробовать кого-то из далеких земель? Так. Ты. Ты? Так, Бавария 32 года. Отношения, в принципе, хорошие. Я не уверен, что это получится, как мы далеко, и все дела, и все такое. Восстание? Против кого? Так, напал на персонажа Базилевс. А, это Священная Римская Империя напала на персонажа Базилевса? Да. Который уже из какой-то другой династии. А что там с палеологами? А, вот ты как раз палеолог. И, насколько я помню... Да, 4 представителя династии, то есть ты, 1, 2, 3. И 3 твоих ребенка. Ну, палеологи переводятся. Что сказать? Угу. Да, тянет рядом, так что... Я даже не знаю, хотя, по идее, мы должны... Ну-ка, может, он где-то находится в другом месте. Так. Она что, командует армией? Она не должна... А, или... А, да, она возглавляет войско, ладно, не вариант. Не вариант, значит. Здесь ты ее муж, ты ее муж, а вот ты. Ты 74 года, ясно, понятно. Ясно, понятно, не огонь, 26 лет, не командует армией, нормально. Отправляемся, подарочек, ну, пускай 26 монет. Все равно деньги некуда тратить, откровенно говоря. Так, мы не сдадимся. Мы не сдадимся. В принципе. Так, столько трудностей мне пришлось преодолеть. Бессонных ночей. Да и найдется ли у меня время ехать далеко. Да, значит, все-таки не получается. Соблазнять кого-то за пределами наших земель. Ладно, значит, мы копим деньги и уже непосредственно застраиваем места в наших провинциях. Так, жена. Жена наша до сих пор не беременна. Отношения, ну, в принципе, опять же, можно улучшить. Не то. Вот это вот. Также улучшим отношения. Лучшие отношения все равно не повредят. Так, у тебя кто при дворе? А у тебя при дворе. Кстати, возможно, сейчас получим этот титул. Мы получим этот титул, возможно, как-никак. Инфекция это жестко. Хотя, плюс один к здоровью от выбора пути и все такое, но кто знает, что будет. Кто знает, что произойдет. Какая-то страшная 53-летняя придворная. Так, сколько? 39. Но не ту ориентацию. И мы это не сможем сделать, да. Как раз из-за этого. Так, опять не той. Что у нас сегодня немного того? Этого. Так, здесь. Так. А здесь сразу куча. Здесь сразу куча. Так, это наши привилегии. Ну, почему бы нет? Попробуем. Так, друзья помогут. Так, мои надежды на то, что стоит свидание, на которое... Ой, что за имена? Ладно. На которое избранница и я можем побыть наедине. Не оправдалась. Похоже, она не одобряет мои романтические устремления. Более того, очевидно, теперь она будет следить за мной.
Пускай получит записку все равно. И... Нет. Нет. Признаем его своего, но не более. Так, знак зодиака. Победа. Так. Стивер, кто? Ты какая-то левая. Просишь 71 за молчание? Заплатим. Почему бы и нет? И эта серия какая-то вышла неинтересная. На какие-то либо события, на какие-то либо гражданские масштабные войны. Мы всего-то получили раз земельку, два земельку, создали два титула. Немного подбивались от викингов, понаблюдали за теперь уже снова единой Священной Римской империей. Хотя, опять же, понаблюдали со стороны и... Так. Да. Теперь уже Священной Римской империей правит третья династия. Каролинги вымерли, да? Да. Каролинги официально и бесповоротно вымерли. И теперь у нас три силы, таких уже великих. Хотя аббасиды помаленьку, наверное, теряют свое влияние. Или не теряют? Не, не теряют. Упадка у них, кстати говоря, нет. Так что в мире три более-менее могущих силы. Это аббасиды. Это Византия. Хотя насчет Византии, наверное, погорячился. Долги. Долги — это ужасно. А Священная Римская империя, сколько у вас? 27 тысяч. Не завидую я их противникам. Я надеюсь, они не начнут брагозить о нас, то, что мы, мол, назначили антипапу, все дела, все такое. Надеюсь. Хотя у нас тоже 11 тысяч, учитывая то, что мы правим еще не всеми землями Британии. Ну, и на этом обзоре немного окружающих нас позиций, окружающих нас стран, я хотел бы закончить данную серию. Итоги подведены. Встретимся в следующей серии. И всем до свидания. Всем до встречи.